Кодовые замки можно встретить практически на любых межкомнатных дверях, ведущих в помещения с ограниченным доступом. Предпочтение этому виду защиты от посторонних глаз отдают прежде всего из-за простой и эффективной в использовании конструкции. В этом видео мы поговорим об основных преимуществах кодового замка, как средство защиты от нежелательных посетителей во внутренних помещениях. Разбираться будем на примере кодового замка модели 600. Модель рекомендуется для установки в офисных и технических помещениях. Если вы хотите подробно узнать о комплектации модели и ее особенностях, смотрите по ссылке, которую вы увидите сейчас на экране. Кодовые замки предназначены для установки на межкомнатной двери толщиной 35-45 мм, если мы используем винт длиной 35 мм, или толщиной двери 50-60 мм при использовании винтов длиной 50 мм. Принцип действия механизма несложен. Передняя панель стоит из пронумерованных клавиш, на которых пользователь набирает секретный код. А внутри запирающие пины связаны с клавишами и настроены на секретную комбинацию. Степень секретности кодовых замков определяется количеством кнопок, участвующих в наборе кода. Так, одним из основных преимуществ кодового замка является его механическое устройство. Простое и удобное. Замок может быть установлен в любом удобном для вас месте. Ему не требуется питание от сети. Кодовые механические замки открываются с помощью кодовой комбинации. Это очень удобно, потому что нет необходимости носить с собой ключ, можно просто запомнить кодовую комбинацию. Одним из преимуществ также является самостоятельная смена кода. Очень часто во время ежедневной эксплуатации замка, нажимая на переднюю панель, клавиши затираются, и цифры, входящие в кодовую комбинацию, становятся очевидны. Отличительным решением этой проблемы станет смена кода замка. Кодовый механический замок отлично подойдет для офисных помещений, доступ к которым необходимо обеспечить нескольким уполномоченным сотрудникам. Чаще всего это серверные комнаты, касса, бухгалтерия или склад.